Commander under attack. Under attack. Under attack. Under attack.
under attack. Under attack.
Те, кто хорошо играют в эту игру, им достаточно просто пингов, иногда марки. Поролон. Нет соединения. Молодчик, Поролон. Отличный хвост. Ну чё, я выношу просто всех по кругу, да? Пока до вас не дойду. Давай. Мне только главное в этом процессе не убиться. Если вы видите, что у вас есть свободная масса, сразу кидайте мне, не пропадет. Поролон, ты иди на мид, а я помогу нашему... Семисотнику. Напиши плюсик в чат, если ты понял. И если можно, ты Аира побольше делай. У тебя разведчик карбонки побежал, ага. Ой, блин, киньте энергии. Что-то я не рассчитал. А, все уже нормально. Этот семисотник-то не промах, все камушки съедает. Хорошо. Чё хорошего-то? Лучше бы я их съел. То, что не промах, хорошо. Поролон, у тебя сзади два меха. Твоих. Поролон, ты у нас аирщик. Не забудь. Вся надежда только на тебя. Чего вы задние мехи не занимаете? Они вам не нужны, я могу доехать. Ну я ж вот как раз говорил Поролону. Просто я не хочу его мехи занимать. Это твой один мех вот слева. Ну я... Нет, два я забрал. Два Поролона сзади. Нет, нет. Еще один вот твой. Я вот два этих взял. Ой, что-то по энергии глух. Нет, что-то я рано похвалил нашего. Он меня разочаровал. Ты сам отходи на всякий случай.
Да уж, лучше я взорвусь, чё уж там. Да вот что-то не радует такая перспектива. Да поролон затащит. Ты в него не веришь, что ли? Он меня оверчажит еще, я пошел отсюда. Сейчас... Кстати, делай транспортники, захватывай холмы. В самом случае, мой холм точно, там на нем никого нет, он радаром покрыт. Не хочу. Да, я поролону говорил. А вот это правильно, поролон. Че, он там патрулирует и ждет? А можно строить наверх? Конечно, можно. Да, я думал, сильно высоко не дотянется. Дотянется ком. Блин, тогда поздно. Уже поздно, да. Ты прав. Ролон, давай, втащивай их по полной. Масса есть у кого-нибудь? Минус 18. Прямой экстракторами, не волнуйся. Нашего чувачка проблема. Помогите ему. Я тут у себя. Кое-как. Он сейчас бахнет вместе со мной. Я его спас кое-как. Поролон, давай. Это, кроши там всех на поролон. Масса скиньте. Минус 38. Кидай. Минус скинуть? Давай. Энергии можете тоже скинуть. Вот энергии могу скинуть. О, давай. Я тут что-то решил ее оптом настроить. Поролон на меду врываются. Поролон, смотри, чтобы эта вся шобла ко мне не пошла. Массу кидаем, не жалеем. Поролон, ты там это, что-нибудь напиши, если нужно подойти. А, понял, подхожу. У меня немножко спама, но все равно.
Сид, помогай, да, а как я тебе помогу? У Сида там у самого проблемы. Ну я могу с другой стороны к твоему подойти, если ты будешь атаковать, то зажмем его. Ага, он атакует, я тоже там в лоб чуть-чуть юнитов посылаю, может добегу. Да может тебя зажмут, потому что ты без юнита останешься. Да сейчас может успею на ТТ-2 опуск. А может нет, да? А, да все, он труп, чё. Поролон забожил, как всегда. Часть юнитов также пусть атакуют, и вот часть возвращаются. Ой, он левел ап получил. Тварь. Блин. Вот тварь. Как так, а? Поролон, я в тебе разочарован. Левее, левее веди. Да, юнитов. Сейчас меня зажмут, получится. Блин, я юнитов вернул. Как же не вовремя. Заставили вы меня суициднуться? Это все поролон. Ты комом только не надо суицидиться. Почему? Лучше уводи кома просто. Ой, у него пушка. Да потому что ты давишь. По сравнению с желтым, ты лучше. Красный примерно на уровне белого, поэтому твоя смерть в итоге выльется нам в поражение. А я сейчас начну давить Т2 пушками их. Ну блин, там пока я этого давил, желтый уже построил, ой, белый уже построил эту самую. Что он там? Сейчас я свой Т2 флаг уже подобрал. Этот поролон, ну коли сделал пушку, так дави ей, чё. Что ты мне мигаешь? Я сам опаюсь. Отойди ко мне. По пушке стреляй, а не по юнитам. Я, да, по пушке. Просто эта новая построилась, она ж еще не зафокусила. Ганников. Ой, тут и поролон. Если ты далеко отойдешь, он меня пушкой расстреляет, ты понимаешь, да? Помоги мне адапать-то. Че уж там? Так, я постепенно двигаюсь дальше. Че, мои юниты уже против... Т2-то бесполезно.
Ну, если вдруг окажетесь рядом, можете заходить, у меня там 5 Т2 турелек. Угу. А, нет, 4. Ты лучше здесь их построй. Сейчас строю. Паралон, ну не отходи, вот почему ты меня одного оставляешь? Куда ты вообще упер? Давай давить, у него 5000, а ты ушел, у тебя пушка. Правильно, главное выжить. Не главное это, главное победить. Ну, в данном случае для победы нужно выжить. Да не. Да-да. Кто тебе такое сказал? Ты веди юниты вперед, не с такой, а то он тебе заверчатит их. Пушкой разбей этих гоплитов. Пожалуйста. Что так сложно-то, я не понимаю. Против 800-ников. Ой, 1800-ников играть легче. А, я не выключил заводы, вот что у меня все плохо-то. Масса. Юниты ко мне подводи. Паралон, чё они так далеко? Можешь разведать всю карту? Посмотрите на этого извращенец. Кто именно? Да желтый. Турели строит. Я тоже турели строю. Но ты-то хотя бы наш извращенец. Вот вам, это, Паралон, тебе урок. Когда в бой вот строишь юниты, миксуй несколько танков, там, допустим, 10 танков, один инженер, чтобы реклеймили сразу. Ну все, красный наш сдох. Вот такой отведи немножечко с этого места. У меня там постройки назначены. О, он бы бахнул. Кому массу надо у меня оверфлоу? Мне. Всегда мне нужна масса. В любое а время... Что, я могу, конечно, ДТ-3 апгрейдить Мекса, да но не сейчас надо, это не надо, зачем? Мы уже закончили игру. Сейчас красный бабахнет и все. Блин, куча юнитов от Паралона не дают пройти. Иди ко мне. Забей на этого серого, он уже труп. Сейчас, ну уже начал одну турельку строить. Да не нужна она там.
Массу-то скинешь еще? А то наобещала кучу, а... Ну, я тебе скинул 1500. Мало. Давай еще 5 тебе. Дай мне вот этих инженеров, пожалуйста. А, так, сейчас. Да, они еще и чинить начали, да? Да, бесполезно. Отдал. Надо было, видимо, додавливать желтого или белого, а то как-то ни то не получилось. Сейчас все будет. Стелс-ген делаешь, мне тоже дай. Кого? Ген. Да блин, я говорю надо, я что-то никак не сделал, я пытаюсь отрываться. Можешь это, да, два турельки, нет, турелька она за спину. Вот эту дать, а то она сейчас всех моих пожгла. Она тебе в спину жгла прям. Ну да. Тактичит тебе? Или кого? Уж лучше... Ну это просто эти мобильные. Нет, они могли тебя убить, зря он тебя не затактичил. Ну это да, это я вот они увидел, что они летят, и начал тут. И начал стоять. И начал чуть ходить. Да у него он ничего тактического нет. А было бы эпично, знаешь. Да-да-да. Хотя бы кого-то за собой забрал. Почему с собой? Просто бы забрал. Да, ну, здесь уже по сути с собой. Все, даже не влез. Ну я еще тогда ген построен на эту массу. А у меня вон инжи ходят и все везде реклеймят. А строить я разве что турельками и давлю. Я так понял, здесь другого и не надо ничего. Ну вообще, когда спамят против тебя, редко когда ты можешь турельками отделаться. Да, это да, но в данном случае я просто... Смотрите, он еще ТМЭ, видит, там ТМЭ-дышку построил. Против Т2 танков строит один турель. Да и не против танков я надеялся, именно против него непосредственно базы.
Кому он нужен? Он уже бедный. Ты МДшку там не сделай? Одна. А у него нет ТМЛ-ик. Ну, я вижу. Ну, одна только. Она не убьет. А может он что-нибудь такое сделает? Хитрый. Нужно ж как минимум три. Ну или ладно, покоцан. По тебе две хватит. Они ж по 4,5. А разве я, по-моему... Я уже не помню. Точно по 4,5? Вроде да. Ты меня сейчас заставляешь сомневаться. А ты лучше посмотри, чтобы не сомневаться. А, у меня по 6000 бьют. Да, я смотрю по 6000. Все, он тебе забожит сейчас. А куда ты уходишь? Давай один на один с ним. У меня ж не прокачанный ган. И что? Давай, это... один на один и турельки. И 11 арт. Ну, это было, к сожалению, просто издевательство над ними. Хотя я-то не протащил. Вот этот... Но он неплохо себя показал. 800-ник, да, этот вообще хорошо сыграл. Мы его вроде протащили, я его все михи протащил, а он потом Т2 турельки начал делать. Каждый по одному.